Готовы к зиме 29 муниципальных образований из 97. Такую статистику сегодня озвучили губернатору Виктору Томенко. И цифры пока не радуют. Вхождение в зиму для муниципалитетов края проблемно уже много лет. А для некоторых территорий этот процесс хронический. Поэтому сегодня глава региона был настроен решительно. Если есть элементы проявления криминальных действий, то есть какого-то такого уголовно наказуемых деяний, ничего стесняться не надо. Надо брать и реализовывать. Я первый встану с флагом и пойду с этими вопросами разбираться. Я понимаю, может быть, сложная ситуация, но если ты воруешь на этом, это недопустимо. Проблемы испытывают больше десятка районов. Лидер среди них – Каменский. Там заготовлено пока лишь 25% угля. К сожалению, по состоянию, по крайней мере, на сегодня утро, и каких-то действий со стороны Каменского района по приобретению угля на уже доведенные до района деньги – не осуществлено. И по-прежнему, с точки зрения снабжения твердым топливом, ситуация в Каменском районе остается напряженной. А вот Яровое, напротив, в этот раз готово к зиме. В этом году в ТЭЦ вложили 220 миллионов рублей. Отремонтировали 7-й и 10-й котлы. 9-й еще доделывают. Закончили работы с дымовой трубой, теплообменниками и новым баком аккумулятора. За 3 года основные работы на оборудовании станции проведены, которые позволят на протяжении нескольких лет, которые необходимы для завершения проектирования и строительства водогрейной котельной, этот объект эксплуатировать. Паспорт готовности к отопительному сезону не получили и дома в Рубцовске. 97 тепловых камер из 1500 в плохом состоянии, а качество воды не дотягивает до нормы. И предписание по качеству воды, питательной воды для котлов, где у нас pH был там 6,4, 6,9, при норме 8,5. Да, действительно есть отклонения. Режимными мероприятиями мы там достигаем этих параметров периодически, скажем так. Но, в общем-то, я и здесь заявлял, что мы будем реконструировать химический цех, и подтверждаю это сегодня. А в Березовке Павловского района до сих пор нет тепла. Этот вопрос обещают решить к понедельнику, а к обсуждению готовности к зиме всего края власти вернутся еще не раз. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.